Более 45% от населения Ингушетии, подлежащего плановой диспансеризации, уже прошли осмотр специалистов в текущем году. В ходе осмотров в Ингушетии было выявлено 5312 случаев хронических заболеваний, что составляет 7,2% от общего числа прошедших осмотры. Болезни системы кровообращения занимают первое место, затем следуют болезни органов пищеварения и дыхания. Выявлено 54 случая злокачественных новообразований. Раннее выявление и лечение заболеваний способствует более успешному и эффективному исходу, а также помогают предотвращать развитие осложнений. Об этом напоминают в Минздраве.